Этого 11-летнего мальчика зовут Гена Петриашвили, и его возвращают из плена. В 2005 году грузинского мальчика похитили бандиты и продержали в яме целых 3 месяца, а сегодня он олимпийский чемпион. После длительных переговоров его удалось вернуть домой. Трудно представить, что пережил этот ребенок в плену, но эта ситуация его не сломала, а сделала сильнее. Я осетин, я из Цхинвали. И мне бы хотелось пояснить пару моментов из этого видео. Те самые бандиты, насколько мне удалось уточнить, это были люди так называемого президента, который был на тот момент. Я даже не хочу произносить его имя, потому что я убежден, что истинный осетин никогда бы себе не позволил взять ребенка в плен и держать его в яме, прикованным несколько месяцев. Я, к сожалению, узнал об этой истории только недавно. Я в то же время был ребенком, примерно мы одного возраста. И поэтому мне после того, как я узнал, стало просто омерзительно от этого. Я бы хотел поздравить тебя с победой на Олимпийских играх. Сказать то, что я горжусь твоей победой. И в то же время стыжусь за тех осетин, которые позволили себе такое злодеяние. И приношу свои извинения как осетин. Камойцарет эмигрант ТВ, мойцарет видео да гаузиарет схвасац.